Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, заходим в тренировку и забираем нашу команду. Так, награды получены. И, кстати, да, вы написали, что Рэй, зря ты отправил на тренировку именно замок Сакуру. Поэтому, ребят, я сейчас уберу отсюда, с этого отряда, и дальше его отправлю на прокачку. То есть, получается, вот этот вот, да, он сотого уровня у нас получается. Уйди отсюда. А точно он сотого уровня? А ну-ка, проверим. Так, Сакура, это нефритовая долина у нас, да, получается? Да, друзья мои, он уровень сотый, поэтому давай мы, наверное, с тобой поставим на прокачку. Так, пилон не хочу прокачивать, здесь у нас все... Может быть, пряничный домик? Давай пряничный домик. Тут всего лишь-то немножко надо, чтобы он у нас прапался. Так что где этот отряд? Мы сюда возьмем пряничный домик. Вот так вот мы сделаем. Берем тренировку. Переходим. Пускай идет и тренируется потихонечку. Так, ну что, друзья мои, а мы зайдем на арену и... Вау, 21. 21 карточка на Суникуне. Остальное все у меня, в принципе, прокачано, кроме ядерного робота. А, нет, этот тоже у меня не прокачан. Так, квест завершен, зритель. Этот, епископ. Ну что, здесь возьмем, наверное, вот этот отряд. Нет, не этот, вот этот. Да. Возьмем этот отряд и попробуем сейчас. Да что тут пробовать? Новый противник, квест уже завершен, ты понимаешь? Мы еще не начали играть, а он уже завершен. Тут все делается легко и просто. Вызывается фехтовальщик. И он сейчас тут начнет всех кромсать. Щух. Вот, 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 вот. Тут даже никого больше не надо вызывать. Ну, да и паладина пробьет всех. Потому что уровень, ребята, сотый. Против там каких-то 30-х. Ну что, мы прошли. Давай теперь посмотрим, что у нас там на ежедневках. Ребят, я даже не буду играть здесь, потому что разыгрывается молотильщик. А молотильщик у нас, как вы знаете, прокачан на 100%. То есть фул. Значит, у нас получается, что мы просто идем в поединке, ребята. Идем в поединке. Здесь у нас ползун. Здесь у нас воблер, пришелец. Так... Слушай, случайно это не та ли командочка, которая... Которая сейчас будет похищать? По-моему, именно она, да? Ой, что-то мне подсказывает, что это именно та команда. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну куда же вы, ну? Ай, красиво-то сейчас как было. Красиво и великолепно. Ну куда ты бежишь? Ну ё-моё, ну опять за свое, а? Подбил мне опять молотильщика. Чтоб тебе пусто было. Не надо там гаркать. Разгаркался. Чё он там все-таки похитил что-то, да, у нас? Не успел увидеть, ребят. Ну тут можно ускоряться. Сам понимаешь, почему. Если наша армия подошла уже вот вплотную к замку, тут уже выжидать нечего. Просто ускоряешься, и они добивают. Ну что, а у нас последний этапчик. Так. А здесь, друзья, вот такая вот команда. Блин. Лорд пустоты. Блин, я не знаю. Мы как обычно делали раньше? Мы вызывали Ронина, насколько я помню. Ронина, а потом следом за Ронином вызывали... Получится ли этот фокус? Так. Всем досталось, да? И пришельцу, и этому. Ну что это? Ну... Так, друзья мои, опять игруха вылетела в процессе битвы. Давай-ка попробуем еще разок.
Что-то мне не нравится вот этот весь подход. Может быть, нам взять другую команду? Может быть, вылетает именно за то, что команда у меня такая взятая. Ну, допустим, давай я возьму вот эту. Попробуем сыграть здесь. Так, вызываем молотильщика. Похитят же, похитят. Конечно, похитят. Так, всадник на журавле. Мне нужно как можно быстрее накопить, друзья, на друидку. Слушай, смотри, удивительно, я взял другую команду, и игра не вылетает. Вот ты скажешь, это совпадение, а я сомневаюсь. Ну, блин, этот журавлик пока дошел, его уже раскромсали. Как тебе такой расклад? А вот уже, друзья, и лорд пустоты вылетел. Он уже тут как тут. Так, лорд пустоты что-то там испугался, куда-то побежал. Хе-хе-хе-хей. Ну вот и все. Вот и песенка ваша здесь спета. До свидули. Так, бомбим, отлично. Представляешь, вот взял другой отряд, и все, и игра не вылетела. А почему-то, когда я взял имбовый отряд, она вылетала. Ну что, сундук забираем с тобой захватчиков. Здесь нам достается бородавочник плюс жаба с молотом. И у нас долина подданных. Значит, здесь будет крестьянин плюс паладин. Крестьянин плюс паладин. Получается, что вот это нужна команда, опять же. Да-да-да-да-да. Все по старой схеме. Так, молотильщик нам в помощь. И нам нужно тоже накопить на паладина. Паладин, как говорится, против паладина пойдет. Прикроем щитами. И, соответственно, прикроемся еще и молотильщиком. А лучше сделаем вот так. Окей. Ну, ясен перец, что он здесь проиграет. Что-то еще выпендривается, посмотри. Он думает, ему крестьяне, что ли, эти помогут? Конечно же, нет. Бабах! Круто. Так, друзья мои, это был только первый поединок из многих, что нам еще впереди предстоит пройти. Так, здесь копейщица. Вот этот замок, ребят, я не знаю. Если бы он у меня был прокачан по полной программе, я бы, наверное, его взял бы на пробу. На экспериментальную пробу. Так, тихо, паладин вышел. Еще и копейщица. Спокуха. Так, ты-то куда лезешь? Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Молоти-молоти. Молоти-молотильщик. Два этих щитобота. Ну, это сила, ребята. Два щитобота. Попробуй-ка их пробить. А он две копейщицы позвал. Ну, не тут-то было. Ускоряемся, друзья мои, потому что здесь победа. Если мы стоим уже возле замка, все, тут пиши пропало. Тут безоговорочная победа, понимаешь? Вот так вот. Ну что, двигаемся дальше. У нас третий этап. Здесь прибавляется грифон. Здесь прибавляется грифон. То есть, ну, грифон, опять же, ребята, через паладина. Будет уничтожаться у нас. Других вариантов здесь быть не может. Вот он сейчас вот будет доставать меня своими крестьянами этими.
Так, паладин. Плюс, ну, молотильщик, без него-то никуда. И всадник на журавле, как вспомогательная помощь. Давай, 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 давай. Идем, 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 ребята. Вот и грифон, паршивец, прилетел. Да что там происходит-то? Какой-то крестьянин на что-нибудь же пробить не можете. Я в шоке с вас. Давай, 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 пробивай. Е. Ну неужели? И года не прошло. Все, ребята, ускоряемся. Нормально. А то встряли там, как эти, я не знаю, как дети. Стоят и ничего делать не могут. В бирюльке играют. Так, ну что, у нас вот этот отряд. Да, я думаю, он, в принципе, справится. Тут лучница. Грифона здесь нет. Даже если бы он был, бы все равно у нас баллиста здесь. Да и у нас тоже грифон свой есть. Правда, не прокачанный, не шиша, но он есть. Отрицать-то этого нельзя. Вышел Палыч. Ну, против паладина, естественно, берем джиггернаута. И сразу же, друзья, копим на баллисту. Потому что баллиста будет наносить массовый урон всем. Крестьянам. И еще и вот клетку вызовем. Вообще идеально. Плюс грифон. Сейчас будет тут красиво. Сейчас тут будет вообще красота. Давай еще одну баллисту позовем. Ну ты сам видишь, ну, расписываем без каких-либо вообще усилий. И уже, в принципе, замок можно бомбить. Специально, ребят, под ускорением, чтобы, ну, смысл смотреть по 3 минуты, как мои войска разбивают замок. Когда можно просто ускориться и все это посмотреть. Все равно победа будет за нами, она неизбежна. Так, друзья, здесь у нас епископ. Слушай, прикинь, сейчас возьму этот отряд и опять игра вылетит. Проверим. Если вылетит, то это значит, что-то в этом отряде не устраивает. Так, ну что, Ронина позовем. Ронин бежит, шуршит. Чумнуха. Так, а если я луч? Луч. Плюс прыгун. Ну куда ты, грифон, лезешь? Лезет он мне. Ой. Епископа валите. Все, упал. Упал епископ. Что-то вообще на изи разобрали тут. Ну что, забираем награду нашу. Сундук подданных. Из него нам выпадает копейщица, лучница и 12,5 тысяч монет. Переходим на территорию нежити. Территория нежити нас встречает... Как ее? Некро? Некро плюс зомби. Так как первый выходит у него зомби, поэтому нам надо сразу вызывать голема. Или не голема. Голема все-таки. Но, друзья мои, тут надо прикрываться сразу и... Вот так. Почему? Потому... Так, подождите, куда? Толкатель, толкатель. Выходи. Некро оглушили мы.
Бумс. Ай, красота. Вот толкатель как раз хорошо предназначен против вот этих всяких скелетиков, которые выпускает некро. Он просто уничтожает их всех. Все. Просто моментально истребляет. Не понял, у меня что, хочет прокачаться? Да ладно. Ты серьезно? Опа, друзья мои. Прям в процессе игры у нас прокачался трансформатор. Я даже не заметил. Кул. А что я могу сказать? Отлично, отлично новости. Теперь молнии буду. Ух, шарахать еще круче. А я даже не знал, что у нас трансформатор прокачан не полностью, если честно. Для меня это приятная новость была сейчас, только что. Я смотрю, что-то моргает. А он, оказывается, вот что. Ну что, ребята, это круто. Трансформатор у нас прокачался, отлично. Так, ну что, тут чумнуха, ребята, чумнуха. Давай-ка ниндзю. По идее, ниндзя должна справиться с чумой. Ага, вот. Яд. Да, это единственное, что убило мою ниндзю, это вот яд. Она с него встала и, соответственно, получила урон. Жаль, конечно, ничего не сработало. Ни одна молния, как говорится, не попала в цель. Толкатель. Давай, родной. Некро не успевает колобков своих плодить, я смотрю. Их там быстренько запинали. По-моему, тут все. Блин, как же я хочу толкателя прокачать еще по полной программе. Вот бы он тогда вжаривал бы, а? Вот бы он там дамажил бы тогда. Ну что, третий этап. Не буду здесь ничего менять, потому что ниндзя очень хорошо справляется с зомби Камикадзе. Она его издалека контрит. Причем контрит довольно неплохо. Так что, по-моему, он сейчас именно с него начнет. Поэтому мы выпускаем с собой ниндзю. Да, видишь, что происходит? Ай. Хотя, чувай, все отлично. Ниндзя справился и с некро, и с... Ой. Ну тут попал голем у меня под раздачу, конечно. Чуткарика. Скажи, зачем я это сейчас сделал? Ну, не надо было вызывать никаких молний. Зачем их вызвал? Все. Победили и тут. Ай, красота. Как же я обожаю, когда мы так вот хорошо и легко идем. Непринужденно. Так, вот здесь мне не нравится, конечно, призрак. Ой, как он мне здесь не нравится, ребята. Очень не нравится. Серьезно тебе говорю. Именно призрак здесь вот бесявый самый. Он потому что очень много наносит урона моим легким дальнобойным войскам. И это немножко напрягает. Тихо ты. Так, секундочку, друзья. Подбил. Так, Грифа, выходи. Ты посмотри, что творит, а? Блин, он... У меня нет слов. Давай, Джиггернаут, выходи. Ну и чего вы там? Давай, 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 Грифон. Минута осталась всего лишь, ребят. Давай, Джиггернаут. С общими силами мы справимся. Да. Я тебе говорю, вот этот призрак вообще чересчур меня выбешивает.
который летает постоянно. Так, на последнем этапе что у него тут? Призрак. Ух. Нам нужно быстрее. Быстрее разнести в пух и прах его замок. Его крипту. Сейчас попробуем это сделать. У нас есть для этого силы, слава богу. Единственное, что, конечно, потеряем мы, наверное. Зачем вот сразу и Ронина, и этих вот всех до кучи? Ну зачем вот это делать? Ай. Ронин, бежишь? Бежишь. Так, ураган. Е. Все-таки разрушили. Фью. Зачем мне это показывать? Мне это не надо. Так, ну что, ребята, забираем награды наши. Сундук нежити. Так, 9 кристаллов. Территория захватчиков. Угу. Территория захватчиков. Ну, я думаю, вот этот отряд, наверное, будет нормально, да? Против стража, против... жабы с пушкой. Должно пойти. Что-то не спешит он никого вызывать пока. Ну и мы подождем. Сейчас возьму, назову ему богиню солнца, призову. Нет, не получится, не успел. Единственная проблема, что, ребята, он отталкивает. И массовый урон делает. Вот это да, это вот пакость еще та. Они оба попали под обстрел молнии. И все, тут уже, можно сказать, им крышка. На тебе, толкатель. Все, ускоряемся. Первый этап и первая победа здесь очень даже хорошая была. Так, погнали дальше. Второй этап. Здесь у нас прибавляется тритон. Ну, тритон опасен только своими щитами. Особенно, если он вешает на стража. Ты и так стража фиг замочишь, да? Плюс еще на него щита, и не дай бог еще и отражение повесит. То есть мы его будем бомбить, он под щитом будет. И еще плюс отдавать нам часть своего урона. А точнее даже весь урон. Понимаешь, да? Что это не очень красиво, не очень хорошо. Вот опять та же самая команда, ребят. Один в один. Надеюсь, молнии помогут нам. О, а вот и тритон, ребят. Ой, как молнии бомбят, шикарно. Не зря трансформатор прокачали. Ох, не зря. Ускорение, конечно, друзья мои. Вон, смотри, что происходит. Запинали. Так, это был второй этап. Переходим с тобой на третий. На третий, вот, вот, вот здесь надо аккуратненько быть. Здесь бородавочник, друзья мои. А здесь появляется бородавочник. Ту-ту-ту-ту. Вот как его контролировать? Я, конечно, все понимаю, джаггернаут, там все подобное. Но он так мощно бомбит, что даже джаггернаут может улететь в трубу. Ну где там? Он вышел, слава богу, спокойненько. Ну давай ты, ну. Как же вы меня бесите, а? Все, все, встрял парень, да? Конечно, встрял. Смотри, я вызываю. Оп! Вот как вот он вырвался, а? Как он вырвался из клетки? Я не могу вот этого понять. Но ведь как-то вырвался же. Давай, Джиггернаут, выходи, ты нам нужен здесь. Твой братишка погиб на поле боя. Но ты его можешь еще спасти.
Да, две баллисты, конечно, забамбливают там, будь здоров. Так, окей. Ну, я думаю, что здесь уже можно делать и ускорение, ребят. Тут уже ничего им не поможет вообще. Сколько там нам еще? Две миссии, да? Да, две миссии еще нужно пройти. Ой. Так, друзья, тут хищнец. Тут, ребят, хищнец, тут уже не до шуток на самом-то деле. Ну давай, где-то там выпрыгивает попрыгун этот. Будем, конечно же, ребят, контрить. Вот таким вот образом. Опять же, не забывай, что будет перепрыгивать. Тьф! Голова с плеч. Так, дальше что нам надо? Наверное, прыгуна. Минус страж. Да все, тут уже, ребят, тут не обсуждается. Тотальное истребление. И последний этап. Угу. Смотритель, значит, да, здесь? Здесь у нас появляется смотритель. Мне кажется, он тут ничего не выглядит, не высмотрит. Ай. Их сейчас как ударит. Оу, 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 оу. Подожди, 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 подожди. Да ну. Трындец, ребята, вот это фейл. Вот это сейчас был фейл, друзья мои. Такого фейла я тысячу лет не помню. Чтобы хищнец плешивый какой-то нас забомбил здесь, а? Да. Переигрываем, конечно же, переигрываем, ребят. Чё за дела такие? Тьфу. Вот это он меня, конечно, тут размотал. Я и забыл совсем про этого хищнеца, прикинь? Вот такие вот пироги. Теперь мой Ронин тут. Вот и все, нормально? Вот так и должно было быть изначально, друзья. А я зачем-то... Я сглупил, короче. Послал не того воина в первую. Я послал вот ее в первую очередь. Надо было, конечно же, Ронина. Ну что, друзья мои, давайте забирать награду теперь. Честно, заслуженную. Жабы. Так, территория роботов. Так, а у нас энергия-то есть где-нибудь? Есть, вот здесь вот. Одна, что ли, все? Да вы издеваетесь. Пх. Всего лишь одна энергия. Не густо, да, на самом деле-то получается. У нас получается джиггернаут против джиггернаута, что ли, так выходит? Выходит так. Плюс у него еще репульсор, ко всему прочему. Поэтому нам нужно здесь баллисту вызывать. Ты успокоишься или нет, а? Ну вот и все, вот и славненько, вот и ладненько. Как говорится, прошли, ребят. Закромсали. Блин, а почему так быстро он закончился? Энергия-то я не могу понять. Причем на всех отрядах. Да, я думал, что мы с вами пройдем и заберем награды здесь, но нет. Ну что же, ребята, тогда на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.